Сегодня в администрации района под председательством главы муниципалитета Заура Хамирзова прошла еженедельная рабочая планерка, в ходе которой были подведены итоги прошедшей недели, обозначены задачи на дальнейший период. Первоочередной темой, как обычно, стал ход работ по строительству объектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2022 год», о проводимой работе с населением по социальной газификации частных домовладений. По этим вопросам дал разъяснение заместитель главы района по строительству, архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов. Важное внимание было акцентировано на вопросе санитарного состояния и борьбы с амброзией. Глава района дал поручение ответственным лицам уделить данной теме должное внимание. Начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов проинформировал присутствующих о проводимой работе по подготовке к главному гастрономическому фестивалю адыгейского сыра. Также были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки к проведению праздничных мероприятий в честь Дня российского флага. Докладчиком по данной теме выступил начальник управления культуры Рауф Хурия. Завершилась планерка на приятной ноте. За вклад в развитие волонтерского движения на территории района почетной грамотой главы района были награждены кураторы и волонтеры культуры Кашхабльского района. За значительный вклад в развитие волонтерского движения на территории Кашхабльского района почетной грамотой главы муниципального образования Кашхабльский район награждаются следующие кураторы, волонтеры культуры муниципального образования Кашхабльский район. Киясова Софья Гавриевна. Коблева Зарема Аюбовна. Почетная грамота главы муниципального образования Кашхабльский район награждаются следующие волонтеры культуры муниципального образования Кашхабльский район. Карданова Атлана Каплановна. Касьянова Ксения Андреевна. Киясова Диана Юрьевна. Касанова Белла Азаматовна.